Так, привет, народ могучий. Давненько. Ну что, посмотрите. Вот настоящий бодай. Бодай. Ножны кожа. Вот такими пятнами. Длинный, большой, толстый конский волос, темная рукоять, деревяшка, в общем, мощная вещь, вот так вот, сабля. Можете и драться так. Да ладно, прочь шутки. Это заказ другого друга питерского. Вот, Алексей, смотрите, травленая. Красивый узор, практически дамаск. Это железка Г90. То есть, в данном случае... Сталь торсионная, ржавеющая, поэтому во избежание, чтобы не ржавело, потравил. Вот. В чем плюс этого металла? В чем плюс? Гибкий и крошиться не будет. Это очень важно. Смотрите, как ковалась сталь. Вот следы ковки, сжатия металла. Вот. Вот таким образом и делается. Мощный. Вот. Длина сила 26 сантиметров. Кончик до сюда, один палец, как всегда. Вот. Рукоять цельный, как березы. Такой большой. Ну, Леха, хоть руби. Вот. Хоть копай, хоть режь. Да, на рыбу как раз он. Как угодно. Но учти, у каждого металла есть свой предел. Банку кровать будет все равно. Вот. И самое главное, поправляется будет несложно. Несложно. Это очень важно, когда человек в лесу. С ним можно рубить спокойно. Вес идет к кончику. Кончику тяжелый, мощный. Но у нас на охоте в лесу предпочитают такие. Зачем маленьким, коротеньким ножиком там что-то рубить? Пожалуйста, закажи такую. Этим можно рубить и дрова, кусты всякие, и копать, и ковыряться. Рычажные движения любые. Все выдержит. Тесты проводил. В то время Wi-Fi не было. Вот появился еще более новый и быстрый. Вот. Так что решил первым делом видео снять прямую. И вот не решил сразу. Вот такие вот красивые узорчики. Ну что, завтра отправлю. Так, код слежения отправлю, увидишь, посмотришь. Если новым подписчикам сказать, раз человек покупает нож от Бурдыки, уже на этом не останавливается. Обычно 2-3 ножа заказывает. Таких клиентов немало. И после третьего ножа уже идет серьезная скидка.
не просто там, а конкретная скидка. Да и общение прямо через WhatsApp, видеозвонки, телефонные звонки. Сразу общаемся, как погода, то все. Вот. Так что работаю в открытую. Ну вот, темный кап, цельный. Фокус, фокус, фокус. Да, ну, вот так вот. Чисто рабочий. Вот такие вот дела, мужики.